Уже по сложившейся традиции в первое воскресенье октября свой праздник отмечают те, кто посвятил свою жизнь профессии учить, кто ежедневно на протяжении многих лет помогает нам обрести знания и жизненную мудрость. Давайте на минуту задумаемся о том, какую же роль в жизни каждого из нас играет хороший наставник. Сама идея учителя, она родилась, естественно, не сегодня, сквозной нитью проходит через восточную, западную мысль. Не только философскую. И, в общем-то, наверное, учитель – это тот человек, который помогает человеку обрести путь к самому себе. В штате Гродненского государственного университета имени Янки Купалы порядка 900 преподавателей. Причем 20% от этой внушительной цифры составляют молодые специалисты. Кто-то приходит в профессию случайно, а для кого-то это призвание или продолжение семейной династии, как, например, для Светланы Тарасовой. В семье она третий педагог, а лучшим примером для нее всегда будет мама. Філологія і література, мова – такі предмети, які у найбільшій ступені, чим многі інші, претендують постигнути душу чоловіка і навчитися самой розуміти цю душу і навчити чоловіка самим цю душу правильно розкривати. Тому я хочу навчити і дітей, коли я працюю зі школьниками, і студентів, з якими, перед якими викладаю, навчитися перш за все думати і відчувати себе повноцінною гармонічною особою. Сегодня им не понадобились ни журнал, ни ручка. На праздник наставники взяли с собой только хорошее настроение. Мало кто знает, но за свою работу преподаватели тоже получают отметки. Только измеряются они вовсе не цифрами. Лучшая оценка профессионализма – это благодарность студентов. Я считаю, что наставник может очень сильно повлиять на жизненный опыт. Еще мои учителя привили мне любовь к родине, к Белоруссии. И именно это повлияло на выбор моей будущей профессии. Я также буду учителем русского языка и литературы. Я учусь на филологическом факультете. И я хочу сказать им за это огромное спасибо, за то, что помимо какого-то узкого направления развития я получила обширное филологическое образование. Любой преподаватель, любой учитель играет в жизни любого ученика очень важную роль. В первую очередь учителя дают те базовые знания, которые всем пригодятся в будущем, и особенно при поступлении в университет и в самом университете. В свою очередь я хочу поблагодарить всех учителей за то, что они дали мне хорошие качественные знания, за то, что все они для меня были наставниками не только в учебе, но и в жизни. Лучшие мастера своего учительского дела были отмечены грамотами и ценными подарками. Ведь благодаря их деятельности Гродненский университет по праву занимает достойное место среди ведущих региональных вузов страны. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.